Также по маршруту Якутск-Нижний Бестях приступили к работе суда на воздушной подушке. На переправе работают 15 судов. При необходимости количество судов будет увеличено, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Суда работают в светлое время суток по мере наполнения с 8 утра до 17 часов вечера. Отправление из Якутска осуществляется с 202-го микрорайона городского пляжа.